По версии следствия, в период времени с мая по июнь 2021 года подсудимый с целью незаконной рубки деревьев, не имея соответствующего разрешения на рубку деловой древесины, умышленно путем спиливания отделил стволы деревьев от корней, чем совершил незаконную рубку 245 сырорастущих деревьев породы лиственницы сибирской в 78-м километре автомобильной дороги А-161 Ак-Довурак-Абаза. Несмотря на удаленность места, высокий покров снега, участникам судопроизводства удалось добраться до места происшествия и провести судебное заседание на месте совершения преступления. Выдел 20-й. В результате своих преступных деяний подсудимый причинил Государственному лесному фонду в лице Барунхемчикского лесничества материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 802 952 рубля. Судебное следствие продолжается. По результатам рассмотрения дела будет принято окончательное решение. Бадмадаржа Азамат Учур, Тува, 24.